Я хочу тебя на 360. Все остальные на проводе повисят. Я хочу тебя на 360. Всем привет, мои хорошие, с вами Оля, и добро пожаловать на мой канал. Я знаю, что вы не любите длинные вступления, я, в принципе, тоже, поэтому сразу приступлю непосредственно к покупкам. Первую покажу вам юбку, которая состоит на 95% из катона. На самом деле это круто, потому что она очень приятная и мягкая к телу. Внутри, конечно, там огромное количество ниток, хотя, я думаю, если бы не нитки, то, в принципе, никаких претензий к качеству не было бы, потому что ткань очень мягкая, приятная, и модель, в принципе, такая похожа на 14 лет, как я раньше носила. Я обожала такие юбки тогда, но тогда они были, наверное, короче. Сейчас вот это идеальная длина. Она не короткая и не длинная, даже не по колено. Максимально комфортная и... Прошу прощения, у меня нос очень чешется. Мне кажется, что в составе здесь есть какой-то стретч, потому что она нехило так тянется, то есть она пойдет на параметры больше даже, чем мои, хотя на меня она села, мне кажется, идеально, что самая большая редкость в талии, просто тютелька в тютельку, но как бы при этом она не впивается, как в некоторых вещах. И здесь хорошо работают молнии, которые, кстати, я надеюсь, до сих пор еще находятся на пике популярности. Можно, кстати, не переживать, что она расстегнется, потому что она расстегивается только как бы в одну сторону. Вторая вещь, на первый взгляд, абсолютно неприглядная и дешевенькая, но на теле это просто бомба. Платье в облипку по фигуре. Когда его достала, я подумала, ну, что-то такое, тряпочка не сядет, непонятные лекала, плюс вот эти рукава из какой-то ажурной ткани, то есть это даже не гипюр, непонятно что. Я думаю, ну, выброшенные деньги. Эти рукава, если честно, я собиралась изначально убирать, потому что они, в принципе, и на ладан дышат, да и качество сомнительное, но все-таки с ними образ намного более женственный, и платье выглядит выигрышно, поэтому пока что оставлю. По факту, очень хорошая идея для того, чтобы пошить для тех, кто хочет классное, красивое, элегантное платье в своем гардеробе, либо, опять же таки, на 1-2 вечера я бы точно приобрела, потому что очень красивая модель. Дальше пойдут более теплые такие осенние вещи. И начну, пожалуй, с вот такого нетипичного для меня костюма, твидового. Да, можно много подобных встретить на других сайтах, но не все мне нравились, начиная от расцветок, заканчивая от расположения пуговиц и вида самих пуговиц. В общем, обалденный костюм. По факту можно запросто носить отдельно эти обе вещи. Если удлиненный пиджак надевать с теми же джинсами, он очень хорошо удлиняется силуэт и придает роста. Для меня это выигрышный вариант. Внутри очень хорошая отделка, подклад качественный, он очень мягенький, сидит все шикарно. То же самое могу сказать и о юбке. Все очень красиво, аккуратно, действительно стоит своих денег, потому что, как для Али, это не самая дешевая стоимость, но насколько красиво он сидит, опять же, на фигуре. Не совсем думала, что мне прям так подойдет этот стиль, но, если честно, очень нравится. При этом, кстати, возраст не прибавляет, чего я очень боялась. Кстати говоря, все вещи абсолютно в этом видео, за исключением одной пары обуви, которую я покажу в конце, с магазина Talivert. Первый раз они мне прислали вещи на обзор, я помню, как я так скептически отнеслась, думаю, ну ладно, попробую, что там такого интересного на AliExpress. Потому что, в принципе, AliExpress я люблю не за то, что там очень дешевые вещи, я люблю сам процесс находить что-то крутое, необычное и в то же время не переплачивать за это. Поэтому я не часто берусь за сотрудничество с какими-либо магазинами. И так вышло, что в итоге я осталась очень довольна, заказала снова в них вещи и снова оказалась довольна. Кстати говоря, вот этот блейзер вы так расхвалили в Инстаграме, я выкладывала фото, и вправду он выглядит безумно стильно. И что самое крутое, в жизни не догадайтесь, что он с AliExpress, потому что качество очень и очень даже хорошее. То есть я считаю, что подобные вещи можно найти в Заре, но в три дорого. Ткань очень качественная, к сожалению, по составу здесь ничего не указано, но поверьте на слово, очень приятная. Размер XS. Мне нравится, что здесь вот ворот везде подшит, то есть чтобы ничего нигде при стирке и прочее не заламывало, чтобы все ровненько, красиво лежало. И он невероятно легкий, комфортный. В общем, мне кажется, такая вещь дополнит любой образ. Для меня самый лучший вариант его носки — это какие-то брюки, кюлоты и кроссовки, крупные кроссовки типа Фила. Конечно же, в классическом варианте смотрится, наверное, более круто, но я люблю что-то более необычное. Совсем забыла показать вам очень экстравагантный, но нежный, красивый
красивый и стильный необычный ромпер. Он качественно выполнен, у него хороший плотный подклад. И вообще вот эта вязка сейчас очень на пике популярности. Она красиво выглядит действительно, хотя снова такие эти все тренды из прошлого. Но вот единственное, за что я переживаю, это глубокое декольте, которое, мне кажется, при малейших каких-то движениях засветит все, что не нужно. Возможно, поужиматься и один или несколько вечеров ходить там как робот. Я не знаю, на что девушки только не способны ради красоты, либо же хотя бы для тех же фото. Я планирую взять его с собой на отдых. Когда-то, надеюсь, он состоится. Как минимум, фотки в нем будут, я думаю, бомбические. И напоследок я оставила самые крутые, любимые две вещи. Одна из них обувь, как я уже сказала. Вторая вот этот блейзер, пиджак. Тренч, полутренч. В общем, я не знаю, как его точно назвать, потому что, мне кажется, на разный рост он по-разному сядет. Моя любовь, честно, это то, что сделает любой образ просто в два счета. Дело в том, что я сейчас сижу, смотрю на свет, и на нем куча мошкары, куча всего, потому что на улице жарко, я не люблю кондиционеры. Я после кондиционера всегда болею, и поэтому окна открыты. Вот этот гром, кстати, это было мое внутреннее состояние, четко. Почему я думаю, что эта вещь сделает в два счета образ? К примеру, представьте такой лук. Самые обычные джинсы, к примеру, в обтяжку, либо те же клеш, неважно какого фасона. Самая обычная майка, топ, блуза, все что угодно, белого цвета, черного, даже красного, и самые обычные кроссовки. Это очень красиво. Добавляете аксессуар в виде очков, и это выглядит еще круче. То есть это, в принципе, для меня такой же must-have, как и предыдущий блейзер в полоску, но этот мне нравится еще больше.